Доброе утро, дорогие друзья! Я так рад еще раз увидеть вас. Рад общаться с вами сегодня, 24 февраля. День, который Бог благословил. Хочу продолжить ту тему, которая была в прошлый раз. Это тема Иезекииля. Знаете, когда мы прочитали, что жилы наросли и плоть наросла на костях, Иезекииль был весьма впечатлен то, что Бог сделал. Этим утром мы продолжим эту тему и посмотрим, насколько Бог силен. Его Слово имеет власть услышьте меня внимательно, Его Слово, Божье Слово, имеет власть. Божье дыхание повелело костям собраться, и плоть наросла, и наросли мышцы, и потом произошло нечто. Он пророчествовал и говорил слова, которые дал ему Бог. Иезекииль говорил эти слова. Мы понимаем, что Бог дает силу. И давайте посмотрим еще несколько Писаний, которые говорят, насколько сильна воля Божья в Слове, насколько сильно Его Слово для нас. Например, книга Исход, 15 глава, еще называют эту главу Песнь Моисея, песнь Моше. Ведь там 8-10 стих говорит: О Твоего расступились воды. Влага стала, как стена, огустили пучины в сердце моря. Враг сказал: Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытимся ими душа моя. Обнажу меч мой, истребит их рука моя, ты дуну духом твоим, и покрыл их в море, они погрузились, как свинец в великих водах. Подумайте об этом. Подумайте об этом, что Божье Слово, Божье дыхание является более сильнейшим э, оружием, даже мышцы Господня больше, чем оружие врага Его Слово, сильнее, чем враг, который наступает на твою душу. Одно только Божье Слово, Его дыхание может изменить всю твою жизнь, что бы ни происходило с тобой, что какое бы ни была твоя пучина морская, Бог хочет сначала разделить ее, чтобы ты прошел по суху, по сухому в ту обетованную землю, которую Он привел для тебя. И в то же время, если ты чувствуешь, что враг, Он гонит за твоей душой, что Он преследует тебя, хочу сегодня дать тебе надежду, что Бог своим Словом может покорить любого врага. Враг, который против тебя. Все, что нужно сделать, это взять его слово, как дуновение ветра. Это дуновение ветра Божьего Духа, его слово сильнее, чем что-либо в этой жизни. Иезекииль говорит, 37 глава, 10 стих, «И я изрек пророчество, как, как он повелел». Услышьте, он изрек пророчество, как Бог повелел. Ни в коем случае он не говорил от себя, не своими словами он говорит, а говорит словом, который дал ему Бог. И вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великое полчище. Что бы ни происходило в твоей жизни, может быть, твой брак разрушен, и он мертвый, ты не чувствуешь в отношениях со своей женой, либо с вашим мужем, может, с вашими родителями, вашими детьми. Может быть, ваш бизнес, который вы так долго строили, он умер. Нет дыхания, нет отношений, и у вас нет никакой надежды. Знаете, есть у Бога одно оружие, которое говорит Слово Божье, Его Слово, Его Тора, Его Быхаташа, Его слово, которое написано на страницах Священного Писания. Это слово делает победу. Слово Божье может вдохнуть жизнь в самые мертвые точки вашей жизни. И что бы то ни было, сегодня есть надежда. И я бы хотел бы за вас помолиться, за ваши семьи, за ваши бизнесы, за ваши отношения с другими людьми, за вашу э, вообще жизнь и ваше здоровье там, где, кажется, уже нет никакой надежды, и все мертво. Авину Шибашимаем, Отец Небесный, я благодарю Тебя, что враг не имеет никакой власти над моим словом. Оно имеет, не имеет власти над Твоим словом, над Торой. Есть та жизнь, которую Ты дал мне. И когда мне нужно чудо сейчас, в этот момент, мне нужно чудо, я благодарю тебя, что твое слово является более мощным оружием, нежели любая атака врага, любые сложности в моей жизни, будто то это отношение в моем супружеских отношениях в моем браке, либо это отношение с детьми, либо это бизнес. И сегодня я прошу вдохни слово твое, силу твою, в мою жизнь, Господи, я нуждаюсь в тебя. Я нуждаюсь в Тебе. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избав нас от лукава. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга, молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим служениям или же пасторам или общинам, где бы вы ни были, мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.